Большой привет всем моим дорогим и любимым подписчикам! Сегодня будет небольшое видео об одном единственном продукте. Я хочу вам рассказать про пудру от Oriflame из серии Very Me. Вообще об этой пудре я узнала из видео девушки Алии. Она тоже снимает свои видео на YouTube и ведет свой канал. Вот, в общем-то, то, что она говорила об этой пудре, меня очень это заинтересовало. И поэтому, так как у меня одна сотрудница на работе занимается Oriflame, я решила, недолго думая, в общем-то, заказать эту пудру. И совсем недавно она мне пришла, вот, но я уже успела ей воспользоваться и, скажем так, могу уже сделать о ней отзыв. Почему я решила вам о ней рассказать? Потому что, несмотря на то, что пудра довольно-таки дешевая, стоит она всего лишь 150 рублей, мне она очень сильно понравилась, и именно поэтому я решила, что мои подписчики просто обязаны знать об этой, скажем так. Конечно же, вы можете у меня спросить, зачем мне нужна какая-то пудра от Oriflame, если я себе купила пудру от Dior, но, честно говоря, пудра от Dior меня не совсем радует. Если вам интересен мой отзыв на эту пудру, то, пожалуйста, пишите, и я тогда сниму отзыв про пудру Dior. Что же касаемо пудры Very Me от Oriflame, то мне она очень сильно понравилась, и она меня даже, можно так сказать, немножечко удивила, что ли. И, в общем-то, все, что говорила Алия про эту пудру, я абсолютно согласна. Вот так вот она выглядит. Раньше там была другая упаковка, сейчас упаковочка именно вот таким вот образом выглядит. Эта пудра представлена всего лишь в двух оттенках, светлый и темный. Я, конечно же, взяла light, то есть светлый. В принципе, большинству девушек я советую брать именно light, потому что второй темный оттенок, он для такой смуглой или же загорелой кожи, а этот подойдет, светлый подойдет большинству девушек. Сразу хочу сказать, что упаковка у этой пудры просто ужасная. А мало того, что она такая вот без зеркальца и очень дешево выглядит, она еще как-то плохо сделана, то есть такая вот она абсолютно непрочная, в принципе, легко может сломаться. А спонжик также такой сомнительный, он, в принципе, симпатичный, но качество немножко, конечно, сомнительное у этого спонжа. Вот здесь защитная пленочка. Запаха у пудры, ну, практически нет, такой очень легкий аромат. Вот так вот она выглядит. Текстура у этой пудры, можно сказать, просто волшебная. Она очень легкая, такая вот полупрозрачная, вот, очень нежная также. Запах у нее, ну, такой нейтральный, практически не чувствуется, очень легкий аромат. Я хочу сказать, что я в восторге от этой пудры, а мне она очень сильно понравилась. Объясню почему. Она заявлена как матирующая, и действительно, эта пудра матирует просто на 5 баллов. Это, наверное, самая лучшая матирующая пудра, которая у меня вообще когда-либо была. Так как у нее очень легкое покрытие, она практически абсолютно ничего не замазывает, ничего не маскирует, то есть какие-то прыщички, покраснения, она ничего, скажем так, не скроет. Но при этом она буквально просто впитывает в себя этот жирный блеск, ложится как какой-то такой очень легкой вуалью, и все эти вот жирный блеск, все вот это вот, она очень хорошо в себя впитывает, и жирный блеск появляется гораздо меньше с ней, то есть надолго она действительно матирует. И также, если, допустим, в течение дня поправлять макияж с помощью этой пудры и накладывать как бы еще один слой пудры, то она абсолютно незаметна на лице, то есть нету такого эффекта маски, то есть в течение дня можно там несколько раз припудрить лицо, и пудра будет ложиться очень легким слоем, при этом будет хорошо матировать, не создавая никакого эффекта маски там или какого-то слоеного пирога на лице. Или чтобы использовать ее в течение дня как пудру, с помощью которой можно подправить свой макияж и при этом не выглядеть как, не знаю, там какая-то слоеная матрешка, да, эта пудра подходит просто идеально. Поэтому советую, попробуйте, для жирной кожи очень хорошо подходит, матирование просто вот. Класс, я очень довольна, буду с удовольствием ей пользоваться, готова ей простить такие минусы, как упаковка, вот, ну, а сама пудра за свою цену просто великолепная. Вот, поэтому это была та информация, с которой я хотела с вами поделиться, надеюсь, то, что вы, может быть, попробуете эту пудру, и вам она тоже. Ну вот и все, большое спасибо всем за просмотр, будьте всегда красивыми и самыми счастливыми, всех вас очень люблю, всем пока!